А тем временем в Иране продолжаются массовые протесты, которые, судя по всему, перерастают в нечто большее, чем очередной всплеск недовольства граждан ситуацией в стране. Более 1200 участников демонстрации задержано, однако, несмотря на это, люди продолжают массово выходить на улицы в крупных городах по всему Ирану. За участие в беспорядках и призывы людей к акциям арестована Файза Хашими, дочь бывшего президента страны Хашими Рафсанджани. По официальным данным, число погибших в результате беспорядков превысило 40 человек, но правозащитники считают, что реальные цифры могут быть больше. Неправительственная организация иранцев в изгнании, базирующаяся в Осло, говорит о 76 погибших. Также отмечается, что по меньшей мере 57 протестующих были убиты. Между тем, многие женщины в разных странах мира выходят на акции протеста в поддержку иранских женщин. Митингующие, собравшиеся в посольство Исламской Республики в Стамбуле, Лондоне, Париже, Италии и Сирии, требуют расширить права женщин в этой стране. Напомним, протесты в Иране начались после того, как в Тегеране 13 сентября была задержана полицией, а затем скончалась при невыясненных обстоятельствах 22-летняя Махса Амини. Причиной задержания девушки иранской полиции и нравов было названо несоблюдение ею строгих правил ношения хиджаба. Обстоятельства ее смерти остаются предметом горячих споров. Полиция утверждает, что девушка умерла от сердечного приступа. При этом семья и очевидцы утверждают, что Махсу Амини избили в полицейском фургоне по дороге в изолятор и что на ее теле были следы пыток и жестокого обращения.